После обеда в сквере Прибрежном людей стало намного больше. День независимости продолжается. Нас ждет самая большая дегустация торта в Украине по количеству пробующих. Здесь можно взять вилочку для того, чтобы быть дегустатором самого вкусного торта в Украине. Пахнет шашлыком, да и людей здесь много. Одни вкусняшки. А тут можно попить холодненького. А вот здесь можно что-нибудь нарисовать. Здесь у нас хоккей. Да, не на льду, но все равно хоккей. А вот здесь флаг Украины будет выложен из суши. А народ уже ждет суши. Говорят, будет только в 6:30 вечера, а сейчас всего 4, но люди ждут. Презентация, дегустация торта на 10 локациях Украины установлено. Это установка рекорда. Как можно больше людей должны скушать торт. Всем дают. Помечают, чтобы еще раз не подошел. И дали кусочек торта. Народ счастлив. Ну, вот так выглядит торт. Здесь будет рекорд. Флаг Украины из суши. Народ готов бесплатно попробовать. Насколько хороший этот суши. Последние штрихи. Сейчас объявят рекорд. Сейчас будем мерить. Идет замерщица с рулеткой. А вдруг обманули. Сколько? Интрига. Флаг Украины из суши. Что может быть лучше? Сейчас мы его съедим. Всех врагов победим. Все, первые тарелки пошли. Народ дождался бесплатных суши.